Привет, с вами Александр Гребенец. И что же изменилось, скажете вы? Я надел спецодежду нашей компании Артсауна? Да нет же, с вами все тот же бородатый дядька, но без бороды. И сегодня мы находимся на Новой Риге, в одном из коттеджных поселков Московской области. Сегодня мы произведем замеры печи Туликиви в закрытой облицовке 27 кВт. Для данной парилки хватит, я думаю, 2 часов растопки интенсивной. Мы замерим количество дров березовых сухих, сколько мы сожгли. Мы замерим температуру облицовки снаружи, температуру камня внутри облицовки, температуру дерева в парилке и температуру воздуха. Начинаем растопку. Вот такое количество дров у нас присутствует сегодня для нашего задания, испытания печи Туликиви с облицовкой закрытого типа 27 кВт. Это модель 2069. Мы подготовили 30, ну плюс-минус 30 килограммов дров березовых сухих. Поленья примерно по 30 сантиметров длиной, можно и 40 использовать, но мы сделали покороче. Топить нужно печь максимально наполненную дровами, то есть как только тяга пошла, огонь яркий, разгорелся, запихиваем полную топку березовыми дровами и топим на максимальных оборотах. Чуть-чуть просел огонь, подкладываем заново, просел, подкладываем, то есть интенсивное горение первые 2 часа обязательно. Фирменный термометр, гигрометр пока еще не подвезли, который измеряет температуру и влажность в данной парилке. И мы воспользуемся пока для измерения температуры самым обычным спиртовым простейшим термометром. Он, кстати, наиболее точный. Поэтому мы его поставим на уровне головы примерно, вот, и в данный момент у нас 35 градусов, это по истечению часа растопки. Это Сергей Петрович, наш заказчик этого замечательного банного комплекса. Сергей Петрович, оправдали ли мы ваши ожидания, построив эту парилку и все остальное, что к ней полагается? На первый взгляд все качественно, хорошо. А по эстетической составляющей там? Красиво. Все понравилось? Да. Не броско, все то, что по делу, все надо. Красиво, ребята. То есть можно сказать, что удобно. Вы удовлетворены? Да. Отлично. Спасибо вам большое. Вот таким замечательным компактным прибором под названием пирометр мы будем делать замеры. Температуру камня, температуру дерева и температуру камня внутри печи. Диапазон измеряемой температуры от минус 50 градусов до плюс 550 градусов. Для данной печки этого нам достаточно. Боковая часть поверхности облицовки 130 градусов. Фронтальная часть 239 градусов. Температура камней внутри 125 градусов. Что мы имеем по истечении часа растопки печи Туликиви в закрытой облицовке? Температура воздуха 50 градусов, а температура дерева 60 градусов стены и около 70 градусов потолок. Топливо, то бишь дров березовых, ушло за первый час практически половина. За первый час уже 50 градусов температура воздуха в парилке. За второй час посмотрим. Температура дерева 97 градусов, стены, потолка 108 градусов, нижний полог 90 градусов, верхний полог 98, облицовка 280 градусов, камень внутри такой же 300 градусов, печной узел 105 градусов. Здесь прям хорошо. Что мы с вами имеем? Парную премиум класса, которая сделана из канадского кедра.
полки из африканского дуба, это абаши, термоабаш для декорации. Абажуры из ольхи ручной работы, огромные абажуры, красивые. Подсветка подспинника и верхнего и нижнего полока выполнена из светодиодной ленты. Потолок двухуровневый, сделан нижний уровень из канадского кедра. Ниша выполнена в виде ромба из можжевеловых спилов. Подсветка точечная, кариити, стекловолокно. Печь, как всегда. Это фавориты Тули Киви в закрытой облицовке из сталькомагнезита. Плитка Тули Киви Блю с щеточной обработкой, тоже из сталькомагнезита. Решетки на пол, стилизованная шведская дверь Тило. Шайка кариити с подсветкой, врезанная в полок. Туда наливать воду и отсюда поддавать на камни. Открываем крышку, берем водичку и льем на камушки. Во. Вот такие замечательные перчатки идут в комплекте с печкой Тули Киви. Вот и закончили мы наш эксперимент, и я считаю, он удался на 100%, потому что и заказчик доволен, и я доволен, и печка справилась, и парилка получилась красивая и функциональная. Поэтому заходи к нам почаще, подписывайся на канал, там ставь колокольчик, лайки, дизлайки, мы будем продолжать свое дело. Пока! Арт-сауна. Мы создаем уникальные сауны вашей мечты.